Здравствуйте, господин Лепортельяни. Поздравляем вас с победой на чемпионате Европы по дзюдо. Ваши ощущения после победы? Спасибо за поздравление. Это мой первый золотой медаль. Вот. Был у меня второй и третий. И я очень рад этому. И ощущения очень хорошие. И впечатления тоже очень хорошие. Рад своему как бы, чемпионату. Как бы я буду продолжать и выступать на втором. Скажите, с кем вам труднее всего пришлось? Ну, понятно, все говорят, финал самый трудный, но, может быть, был более трудный поединок во вчерашнем соревновании? Болели за него, за русского, и вот и уже как бы нервничал, переживал, но все равно как бы самый сильный был как бы из России. Финальный. У вас это будет первые Олимпийские игры в вашей карьере спортивной. Есть ли какой-то мандраж? Ну, страх. Кто-то с перелики, Скажите, как вы расцениваете вообще своих соперников по Олимпиаде? И как вы думаете, из какой страны на сегодняшний день, вот именно на Олимпийских играх, будет самый для вас серьезный соперник? Ромельтанец, что из левого и по-своему, к неба, мальтар, турецкий.
90 килограмм подлетел уже, хорошие ребята появились, хорошо борются. Вот. Ну, я бы сказал бы по рейтингу выше, что на первом Илья здесь из Греции. Вот. Хороший соперник, японец хороший, ничего я не знаю, который боит. Вот. И Денис, Кирилл Денисов. Кирилл Денисов. Не Кирилл Денисов. 90 килограмм, Денисов, и из Кубы, четвертый по рейтингу. Вот, так бы они все хорошие, и вот мы подготовимся, и хороший бой будет. Теперь немножко отвлечемся от дзюдо. В обычной жизни, не спортивной, какие у вас есть увлечения, может быть, вы хобби какие-то? Спортом готова туда, кину я хобби готов, спорт из гада Дзюдо, когда мы с дзюдо делали, я там успел дрос, врача я хвал, тебе не было там, говорю, ты тогда мы просто не знаем, когда мы расслабили. Как бы, кроме дзюдо, когда есть свободное время, я любит с друзьями гулять, и еще сильно любит на лыжах кататься. Как вы думаете, те изменения в правилах, которые произошли после последней Олимпиады, они сильно повлияли на грузинское дзюдо, потому что оно в основном было именно предрасположено, да, вот, с захватами за ноги первоначально. Насколько это повлияло в вашей технике? Федерация Олимпийских игр, ну, пехида на мой взгляд, чедаубо, а не туда тура чедаубо, такой идет, ну, как то ли, на Андене. Пехида, ну, да, гамус, чем не азрит, мы пехида, как беда, чем тебе гамус туда, им дуро, гавалпе, ну, гавалпе, он с фхтиди, чем тебе уже с пехчи шествует, а мы дэнэ мейлетим, когда есть эти. Он, сам уйдет, сам цухарот, маграм, стили лобро, шевцово, стили, да, гадаво, это вам, как сказать, им дуро, ძველზე ფიქრს აზრიერა რა თქოს უფრო ახალ ახალ ეთები შემოთო ჩემ არსენალს რაც შეიძლება ზოგადად ფიქრობ რომ ჩემი აზრით კავკასიელებს უფრო გამიჭირდა და ეს გაუჭირდა ამ წესებთან შეგუება და წესები არის ესე ვთქვათ 90% ერა 100% ალბათ იაპონელების ხარეს ჩემი აზრით ეს პირდა ჩემი აზრით და ესე ვთქვათ. Конечно, мы все грузины и я боролись с ноги. Вот, когда убрали ногу не заходить, сказали, нам трудно было переключиться на другой стиль. Вот, у него были много приемов с ноги, все с ноги, он бросал, мельницы делал. Вот. Как бы трудно ему было переключиться на другой стиль сверху, ну, попытался, потренировался сильно, очень сильно постарался, ну вот и на первый результат. Так бы, это что они взяли, убрали под ногу, это, по-моему, японцам лучше с другой стороны, они как бы не борются вообще, но их не стерят, потому что трудновато с ними бороться. Какой-нибудь смешной или такой курьезный случай, который произошел во время соревнований ваших, вы можете рассказать? Рамлю айс шедибзу рагас сасацирам хайму мухтедир муму вихтау да икэна история раму или тренировочного процесса. Да, дайгет ищем пробам. Беури, мамара их акомбракулам великс не что. Говорит, очень много таких случаев, но сейчас помню, где я могу в впечатлениях, что в чемпионах там, говорит, не вспомнить. Ну и в заключение, что бы вам могли, какие напутственные слова могли бы дать юным ребятам, которые только пытаются делать первые шаги в дзюдо, или те, кто еще думает, идти в дзюдо, не идти в дзюдо, что бы вы им пожелали? Мы теперь на бисе дгаусы, читаю большую, говорю еще, что я первый, да, когда ты был, кем рассетку кинул туда, когда все сюда. И роликши, в этом году, мастер дзюдо, марто спорт, я рисе спорт земет, я рисе цауи пикро царцаре, с профессионалом сахнезаран, момент сона дамесия мауна, мунтору акаси сепи кровен. Чем я зрит, я спорт, я дам я сасал, я схоуре, 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 я
ფლირო აი აქ გავიზარდე ამ სპორტში გავიზარდე და ამაში შემძინა ყველაფერი და უსურვებდი ყველას ვინც ამ სპორტით არ დაკავებული რომ გულით მოეკიდოს ამ საქმეს მოინდომოს ყველაფერი გააკეთოს იმისათვის რომ მიაღწიოს მაქსიმუმს და ფიქრობ რომ შრომა აუცილებლად დაფასდება Дзюдо это не только спорт, и дзюдо учит как жить, как жить. Вырос в дзюдо, с малых лет тренируется и растет в дзюдо. Дзюдо научил много чего, как с друзьями общаться, как бы сказать, ну, культуру еще научил, дзюдо, ну, как бы сказать, очень хороший спорт, и надо максимально свои силы потратить там. Вот. А он желает всем ребятам, которые начинающие, желает, чтобы тренировались от души, и чтобы, вот, как бы сказать, не 50% вылаживались на тренировках, а 100%, чтобы не сказать сегодня, вот я мало потренировался, не хотел, вот завтра потренируюсь на остальное. Надо тренироваться сегодня 100%, и завтра, и послезавтра, и верить в себя, и верить в победу, что ты будешь первым и выиграешь, и станешь чемпионом. Спасибо большое, удачи вам на Олимпийских играх. Да, спасибо. Спасибо. Извините, я с ним Все отлично.